тебя угощу. А я ухожу. Это был не вопрос. Жульет, это кто? Не знаю. Надо же, а визитка у тебя откуда? Не помню, отдай. Эта дамочка организует свадьбу. Женимся? Я согласна! Твоя девушка и твоя любовница занимается твоей свадьбой? Ты мой герой. Но Алекса меня убьет. А она ничего? Да, конечно. А ты, проказник, не против? Схожу за кофе. В замке есть прекрасная терраса. На ней можно устроить прием. Кошмар. Это замок 18-го. Вот там. То, что надо. Слишком просторно. Папа! Как поживает моя принцесса? Это Бен. Ну и что, вы переспали? О ком это он? О тебе, о нас. Говорил же, я нервничаю. А вчерашний минет? Счастье. Все мужики боятся свадьбы. Они готовы с любой шлюхой переспать для смелости. Понимаешь? Да. Друг, ты должен выбрать одну из двух. Вот еще. Опомнись. Не вздумай бросать ее, она потрясающая. Узковато. Ты любишь ее. Не пропихнуть. Ну, не лезет и все. Я страдаю. Это все ненависть. Ненависть? Кому ненависть? К себе за то, что творишь. А, да, точно, точно. Я виноват.